Всем привет, это Олег, город Севастополь. Сегодня мы находимся в Байдарской долине. У нас несколько дней шли дожди, и мы решили смотаться за грибами, ну и поэкстремалить в горах. Вот туда нам наверх надо будет забраться. У меня есть там на Бобровском перевале замечательная плата, ровненькая, выположена наверху. Туда мало кто заберется на машине. А пешком туда далеко, и там столько грибов. Прошлый год я насобирал один. Мама дорогая, я уже просто перестал их собирать, потому что, ну зачем, ну куда? У нас семья из двух человек. И реально оставлял грузди, а белые грибы, потому что, ну, было очень много. Ну, в этот раз, я думаю, в принципе, попробуем взять побольше. Земля сырая, очень хорошо. Грибы должны быть. Ну что, поехали! Чернореченское водохранилище! Отсюда пьет город Севастополь. Держитесь!
видишь, вон она начала вылетать. Интересный момент. Света, грибы ищи. Мы забрались. Это было жестко. Дорога такая экстремальная. Давайте с крыши. Вот это, ребят, Байдарская долина. Сейчас еще выше залезу. Здесь мы будем собирать грибы. Сейчас чуть дальше проедем, машину поставим. О, прикольно! Чуть-чуть повыше надо было машину протянуть, чтобы хороший вид был с нее. А да ладно. Ну так, скажу. Довольно забивает протектор, конечно. Мы прибыли. Дуб, вязы. В лесу влажная, земля влажная. То есть дожди хорошо полили последние дни. Листва влажная. Пахнет, ребят, офигительно вообще. Ну что ж, будем искать грибы. Зачем мы, собственно говоря, и приехали. Даже не знаю, что это такое в лесу. Что это может быть? Кто знает? Похоже на колодец. Просто вековой дуб. Огромнейший. Хо-хо-хо-хо. Офигеть. Сказочный дуб. И днем, и ночью кот ученый. Видите, копают кабаны. Ура! Мы нашли первый гриб. Полчаса. Грибов практически нет, но вот нашли, не знаю, возможно, дубовик. Ну-ка, Настя, подрежь его. Что это у нас такое? А, нет, это вот как раз этот... Как они? Мега-сыроега. Они как-то ее называют, да. Ну, поздравляю с первым грибом. Хоть сыроежка. Не, ну если сыроежки такие большие, значит и остальное будет. Надо просто, ну, хорошо, идти туда, где они есть. Ищем. Ну вот уже посерьезней. Лисички. Лисички — это круто. Режь. Лиски. Красота. Это вот такой хороший почин уже. Ладно, пошел я дальше. Грибы пока еще очень маленькие. Находишь чуть-чуть из-под листочка, торчит кусочек лисички, разгребаешь, вот тогда можно что-то найти. То есть вот мы походили часик, собственно говоря, это все. Да все. О, небольшая жареха на самом деле. Но мы не отчаемся, зато мы сейчас поедем на Байдарские ворота. Сколько раз хотелось заехать, посмотреть, мы находимся рядом, заедем
вместе посмотрим с удовольствием. Ну что, поехали дальше. Заяц, шел, заяц. Вот снять хотелось. Эх, красота какая. Вон он. Твою дивизию. Главное здесь не разогнаться. Не надо. Останавливаться будем в деревьях. То, что еще и скользко. На капот. Ну, бип-бип. Звука это. Кормящий капот. Ну, у нас новый квест. Проедь сквозь коров называется. Ой, вид, смотрите, вьетнамский поросенок. Вот они, вьетнамские беговые поросята. И как собак от коров отпускают на улице, они сами кормятся. Бип-бип. Смотри, а какой продвинутый, да, этот пастух. Конь у него какой железный. Ну вот мы добрались до Байдарских ворот. Наверное, вид отсюда хороший.
То, что сами по себе ворота я посмотрел, ну, арка и арка. О, вот в чем дело. Я понял, в чем дело. Народ, вы посмотрите, под нами какая красота. О, ребята, советую Байдарские ворота посетить. Смотрите. Эх, штатив не взял, ну елки-палки. Теперь я знаю, почему надо посетить. Это что там под нами нас? Что за населенный пункт? Да, народ, это прикольно. Посмотрим в ту сторону, Байдарскую долину. Вот это ворота Байдарскую долину. А Байдарская долина, она полностью как чаша, окружена горами. И там уникально, тепло, климат интересный. Да, классно. Не жалею нисколечки, что сделали крюк. Какая? Чёртова лестница, вот сколько-то километров. Форосский парк и Воскресенская церковь. Не, ну классно. Здесь так, такая дымка небольшая, море. Прям, ну, не синее, а белое. Но церковь, конечно, красиво смотрится. Ну что, наверное, отсюда, с высоты Байдарских ворот, буду заканчивать сегодняшний сюжет. Мы докупили шампиньонов и с лисичками их вместе пожарим. У нас будет великолепнейшая жареха на вечер. А сегодня у нас суббота ведь, да? Суббота, мы накроем на улице стол. Пятница. Все равно тогда вечером стол накроем. И сделаем себе жарешку с грибами. С овощами. Ну что, всем пока, до встречи на моем канале.